А в Индонезии 17-летний студент попытался взорвать церковь во время воскресной мессы. По словам очевидцев, молодой человек сидел на одной из скамей, затем вскочил и попытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в его рюкзаке. Однако взрыва не последовало. Тогда парень набросился с ножом на священника и ранил его в плечо. Злоумышленника остановили прихожане. Вскоре после этого он был арестован. О мотивах ничего не сообщается.